Теперь я буду одевать белую ниточку. Мы почему-то все в зеле. Белую кроссовку будем одевать, да? Да. Что мы будем одевать? Блин, мне кажется, знаешь, ей надо розовый костюмчик одеть. Вот этот вот зайчика. А мне кажется, что надо Мишку. Мишку хочешь одеть? Да. Тут так, довольно такой. А нет, я же своей другой уточке хотела этот костюм надеть. Ну, получается, ты у нас будешь кроликом. Нам еще надо какую-то уточку подарить Кате. Вот эту уточку Кате подарит. Да. Ну что, как там твоя уточка поживает? Нет. Да что такое, что вы мне пихаете все на ручки? Ай, мне тесно, мне все щипит, все колется. Какой тесный свитер. Зачем вы меня одеваете? Все, теперь не тесно. Ты ей будешь очки одевать этой утке? Нет, она будет в костюме кролика, поэтому она будет только в костюме кролика. Просто кролик. Да. Утка кролик. Потому что если очки, то тут морковка будет мешать. Нет. Короче, это утка кролик. С кроля. Морковочкой. Ну что, ставь ее к нашим одетым уточкам. Мне кажется, что вот этих надо убрать. Мне тоже так кажется. Переезжайте, раздетые уточки. А некоторые я останусь раздетыми. Моя уточка упала. Кря-кря, кря-кря.